Вікторія каталася на таких самокатах у Києві, а коли побачила цей транспорт у Запоріжжі, не змогла пройти повз. Каже, навчитися кататися на електросамокаті доволі просто. Вона, наприклад, поїхала з першої спроби. У меня уже был опыт. У меня остался, это приложение осталось. Я решила, ну, то есть появились они в Запорожье, я решила покататься опять на них. Вот, в принципе, очень хорошие, удобные, да. И планирую дальше кататься. Вікторія поїхала кататися головним проспектом, аби помилуватися краєвидами міста. Такою новинкою в Запоріжжі за доволі короткий проміжок часу вже зацікавилися і інші. Оренда електричного самоката здійснюється за принципом шерінгу. Это шеринг, который работает круглосуточно в определенных зонах. В данном городе у нас зоны простираются от самой плотины и вплоть до торгового центра «Аврора», а также от центра улицы Независимости и фактически до медицинского университета и до набережной, до пляжа непосредственно. То есть зона у нас достаточно обширная. В этой зоне можно кататься на самокате, а также его можно парковать в определенных зонах парковки, которые также обозначены в нашем приложении. Нужно скачать приложение, пополнить счет в приложении, сканировать QR-код на самокате и после этого совершить поездку. В конце поездки его нужно припарковать в обозначенной зоне, сделать фото и все. В самом приложении подвязываешь банковскую карточку, вносишь туда депозит, и потом уже по факту поездки у тебя с этого депозита списываются деньги. Минимальный депозит, ну в данный момент у нас минимальный депозит это 200 гривен, но в данный момент, так как уже заканчивается сезон и приходит осень, мы идем на встречу пользователям, он уже будет снижен. И в данный момент идут уже разговоры, ну, на уровне уже руководства, на уровне собственников, чтобы этот депозит уменьшить до 50 гривен. В цих електросамокатів плавний хід. Якщо вмієте кататися на велосипеді, то такий транспорт опануєте з легкістю. 15-20 хвилин буде достатньо, щоб навчитися повноцінно ним керувати. Загалом же на різних локаціях нашого міста розмістять 100 електросамокатів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.